Добрый день, дорогие телезрители! Как всегда в 15.00 на телеканале Архыз24 программа «Карачаево-Черкесия онлайн» и в студии ее ведущие Екатерина Иванова и Сураб Джандаров. О самых актуальных событиях дня, о том, чем живет Карачаево-Черкесия сегодня, мы поговорим с гостями нашей студии. Ну и для начала, как всегда, давайте узнаем, что интересного происходит в нашей республике. Дайджест новостей открывает наш эфир. «25 лечебно-профилактических учреждений Карачаево-Черкесии до 2024 года перейдут на систему «Бережливые технологии». На сегодняшний день уже 8 ЛПУ работают согласно новой модели. Это Урупская, Усть-Джигутинская, Хабесская, Зеленчукская центральные районные больницы, Республиканская детская многопрофильная больница, Республиканский противотуберкулезный диспансер, Черкесская городская поликлиника, а также фельдшерско-акушерский пункт в ауле Малый Зеленчук. В 2020 году еще 14 медучреждений перейдут к новой системе. В рамках проекта перестраивается работа регистратуры медучреждения с учетом современных стандартов коммуникации и формирования доступной среды для маломобильных групп населения. Внедряется электронная очередь. В Карачаево-Черкесии в этом году под урожай 2020 года сельскохозяйственными организациями и крестьянско-фермерскими хозяйствами озимыми культурами будет засеяно более 17 тысяч гектаров. В частности, планируется засеять озимой пшеницы 16 тысяч гектар, озимого ячменя более 1000 гектар и тритикаля 50 гектаров. Приступить к севу озимых культур планируется в конце октября. В настоящее время в хозяйствах республики идет заготовка кормов и подготовка к уборке пропашных и технических культур. Сельскохозяйственными организациями и КФХ уборка зерновых колосовых культур проведена на площади порядка 27 гектар, а валовый сбор составил 102 190 тонн. В Карачаево-Черкесии состоится открытие центров гуманитарного и цифрового профилей точки роста. В текущем году будет открыто 19 таких центров, в 2020 году 42, в 2021 – 11. Всероссийский марафон открытий центров точки роста состоится 24 сентября в 10.00 по московскому времени. Совокупность образовательных организаций, на базе которых будут созданы центры точка роста, составит федеральную сеть. Задача – охватить деятельностью школьников, которые осваивают основную общеобразовательную программу по предметам технологии, информатика, ОБЖ, а также дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей во внеурочное время. Будет использоваться и дистанционная форма обучения и сетевого партнерства. По итогам первого полугодия 2019 года зарегистрировано более 200 обращений жителей КЧР к налоговому ведомству через региональные центры МФЦ. Наибольшей популярностью пользуется постановка на налоговый учет и получение ЭНН. Ею воспользовалось более 100 человек. Вторая по востребованности услуга – государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за которой обратилось порядка 70 граждан. Информацию о наличии налоговой задолженности через МФЦ запросило более 20 налогоплательщиков. В перечень налоговых сервисов, оказываемых МФЦ, добавились новые, связанные с порядком исчисления, предоставления льгот, уточнения объектов по имущественным налогам физических лиц. Всего в МФЦ республики доступно порядка 16 бесплатных госуслуг ФНС России. Студенческие клубы и экологические общественные объединения Карачаево-Черкесии могут стать участниками всероссийской акции добровольчества «Эко-добро» и организовать в своем регионе мероприятия, направленные на формирование бережного отношения к природе и сохранению ресурсов. Акция продлится до 28 сентября. Среди предполагаемых активностей – сбор вторсырья и электрохлама для сдачи в переработку, проведение эко-урока для школьников, забег, совмещенный со сбором мусора, или экологический квест, уборка водоема и его берегов, озеленение территории вуза или двора. Итоги акции будут подведены 30 сентября. Выберут лучшего организатора добровольчества, регионального посла, ресурсного центра добровольчества и лучший репортаж с места проведения акции. Для усиления работы по предупреждению и профилактике ДТП в Карачаево-Черкесии стартовала профилактическая операция «Пешеход».
Цель – привлечение внимания общественности к проблемам дорожно-транспортного травматизма с участием детей-пешеходов. Проведение подобных акций положительно сказывается на культуре и поведении участников дорожного движения. В рамках операции «Пешеход» ученики профильного класса «Юная смена ГИБДД» образовательного центра номер 11 призвали родителей участников дорожного движения быть внимательными на дороге. Дети на асфальте у пешеходного перехода сделали надпись «Возьмите ребенка за руку», которая будет служить напоминанием об опасности на дороге. Ну что, дорогие друзья, мы снова в студии и переходим к главной теме нашей сегодняшней передачи. И она у нас не очень обычная. Во время открытой студии в День Республики мы уже говорили о турнире «Битва на Эльбрусе». И тогда мы взяли обещание с организаторов турнира, что подробнее обсудим эту тему в рамках Карачаево-Черкесия онлайн. Напомним, 30 августа на горе Эльбрус на высоте 5118 метров состоялся турнир по ММА «Битва на Эльбрусе», который войдет в историю мирового спорта. А вместе с этим он войдет и в Книгу рекордов Гиннесса, как самый высокогорный. Организаторами турнира выступил бойцовский клуб «Дикая дивизия» совместно с Федерацией ММА России. Наш телеканал выступил информационным партнером турнира, и все эти дни съемочная группа находилась на Эльбрусе, снимая не только спортивные мероприятия, но и сложный путь восхождения. Ну и сегодня мы поговорим об этом турнире, о том, как он проходил, с ребятами, которые участвовали в турнире, которые организовывали турниры. У нас в гостях главный в клубе «Дикая дивизия» Азамат Кубанов. Я позволю себе такой эпитет использовать по отношению к вам. Шеф. И шеф, да, клуба «Дикая дивизия». И Уртенов Марат, человек, который участвовал в самом турнире. И, собственно, как вы видите, он к нам сегодня приехал с поясом, а значит, победил. Здравствуйте. 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 Мы рады видеть вас в нашей студии, в привычной. И рады, что все-таки сдержали обещание и пришли на Карачаево-Черкесию онлайн. И не устанем вас поздравлять с тем, что все-таки этот турнир прошел, состоялся и вошел, я так понимаю, уже в Книгу рекордов Гиннесса. Ну, давайте поговорим о том, с какими эмоциями все-таки вы сегодня уже вспоминаете это восхождение. Во время Дня Республики они были совсем еще свежими, но сейчас, по прошествию времени, стих вот этот вот азарт, с которым вспоминали, или все-таки на той же волне остаетесь? Ну, вы знаете, мне очень тяжело было Марата привести в студию, потому что человек уже зазнался. Книга рекордов Гиннесса. Уже просто с пояс одевает вместо обычного ремня. Везде с поясом ходит. В машину с собой, на учебу везде. Вот, поэтому сложно было его привести в студию. Конечно, это шутки. Марат, как и был, всегда скромным парнем. Ими останется, если даже этот пояс будет золотым бриллиантом. И вместо букв ВДФЛ, если даже будут буквы UFC, я думаю, Марата мы увидим таким же жизнерадостным парнем, отзывчивым. Вот. Настроение у нас всегда хорошее, потому что мы по жизни оптимисты, и я уверен, что каждый является гончаром, творцом своей судьбы, поэтому улыбаемся, идем вперед, потому что к новым целям у нас всегда хорошее настроение. Азамат, то есть это сейчас уже официальный статус, что ваш турнир попал в Книгу рекордов Гиннесса? Да, Книга рекордов Гиннесса рассмотрела нашу заявку, они одобрили. И нам сказали, что в течение 4-7 недель мы получим наши сертификаты. Слушайте, какая прелесть. Это очень круто. Прям это то, чем можно гордиться, и то, что можно вписать в описании аккаунта в Инстаграме. Марат, как-то изменилась жизнь после того, как ты стал, как это сказать, призером или... Чемпион. Вот как, после того, как ты стал... После того, как вообще погорел Эльбрус и... Книгу рекордов Гиннесса после того, как попал. Вот, я подобрал слова. Видимо, тебе самому бы хотелось быть на месте Марата, что аж эмоции переполняют. Ну, для меня все вроде так же, как и обычно. Просто больше людей обращают на тебя внимание, и все, больше ничего такого нету. Все так же, как и было. Собственно, как сказал Азамат, очень скромный молодой человек. Действительно ли это восхождение, этот турнир произвели такой резонанс в обществе и стали вот интересоваться и «Дикой дивизией», и спортом в целом? Или какой-то такой единичный случай, а в основном затишье? Да, очень много людей, даже вот по сей день, они очень удивлены этому, потому что
Просто надо самому подняться туда и понять. Люди поделились в два фронта, то есть те, которые считают, что это было легко, а те, которые на самом деле понимают, что это там было. Вот поэтому, кто действительно был там, они понимают, что это такое. Поэтому очень многие люди, даже вот по сегодняшний день, они удивлены, как так произошло, вот, и как нам это удалось сделать. Ну, все получилось. А если говорить именно о спортивном сообществе, как оно отреагировало на это? Потому что это действительно такая значимая страница в истории спорта Карачаева-Черкесии. Да, да. Ну, знаете, медаль имеет две стороны. С одной стороны, немного, не то чтобы обидно, но как-то странно, что многие к этому отнеслись очень ревностно. Mm-hmm. Вот, но именно спортивное сообщество. Мне кажется, они как раз таки не странно. Да, они относились к этому очень ревностно, как-то так осторожничали в поздравлениях. Видно было у многих на лицах, что поздравляют они не от души. Вот, потому что, конечно, поняв то, что мы сделали, они, наверное, думали, что было бы лучше, если бы они это вперед нас бы сделали. Я только за, пусть делают, я первый к ним же поднимусь, вместе с ними поздравлю там же и обещаю, что от клуба «Дикая дивизия» подарю хорошие призы всем тем спортсменам, кто повторит наш рекорд. Я слово даю, это мужское слово, поэтому я это сделаю. Я буду искренне рад за этого человека, кто это сделает. А с другой стороны, конечно, спортивное сообщество нас очень сильно поддержало, рады, приглашают на разные телевидения, на разные каналы, там дать интервью, увидеться, проведение мастер-классов, вот что немаловажно, нас пригласили. Вот, в Москву пригласили в два клуба провести мастер-классы, в Уфу пригласили провести мастер-классы. Так как сейчас начался учебный год, я преподаю в Северокавказской государственной академии, и график сейчас очень плотный, поехать я сразу не смог, я отказал, сказал, ну как будет время, полетим, будем показывать, давать мастер-классы, семинары по смешанным единоборствам и по бразильскому джиу-джитсу. То есть, Азамат, я насколько понимаю, в первую очередь это такое, турнир дал вам очень большое репутационное приобретение, да, то есть о вас начали говорить. Когда только задумывали этот турнир, были идеи о том, что это в первую очередь такой вот маркетинговый ход, да? Ну, тут, знаете, если применить такое выражение, одним выстрелом убить двух зайцев, наверное, это будет правильно, и без лукавства это скажу, да. Естественно, нам нужен был пиар для клуба, я не скрываю, потому что тренируется у нас очень много детей, для них нужна поддержка, их нужно поднимать разными ходами. Вот это был такой ход в этот раз, вот так же, чтобы Марата, Альбека, Станислава, всех участников, которые там приняли участие, чтобы их именно раскрутить, чтобы их узнавали, чтобы они на этом как-то заработали денег, чтобы их социальный статус на этом турнире поднялся, и статус, конечно же, как спортсмена поднялся, потому что они действительно достигли очень больших высот, показав именно такие результаты на такой высоте. Поэтому, естественно, и пиар-ход был, конечно же, ну и чтобы они наш вид признали олимпийским видом спорта, тогда и более интереснее будет заниматься, то есть стать олимпийским чемпионом по смешанным единоборствам, это будет на самом деле очень круто. И таким, ну, да, таким турниром мы призываем к этому. Мы обращались к главе Международного олимпийского комитета. Это сделал Олег Тактаров на английском языке. В эфире к ним обратился, для чего мы проводим этот турнир. Девиз нашего турнира обозначил. К Дану Уайт было обращение, к руководителю UFC того же. Вот, чтобы они это все видели, чем мы тут занимаемся и что мы можем. Вот. Прекрасно. Марат, ну, да, у вас очень хорошо получилось, вот что я хочу сказать. Марат, вот мы сейчас поговорили с Азаматом о том, как встретили уже чемпионов и рекордсменов представителей спортивного сообщества, как встретили дома. Понятное дело, наверняка все волновались, когда началось только восхождение. И вот как уже встретили чемпиона? Дома все рады были, приветливо и радостно встретили, как обычно. Волновались все это время? Вообще, какая была реакция в семье, когда ты сказал, что вот мы поднимаем, решили подняться на Эльбрус, провести там турнир? И понятное дело, что в любом случае восхождение на Эльбрус сопряжено с множеством опасностей. И это большой риск для здоровья и для физического состояния. Вот как дома отреагировали на такую новость? Ну, дома сначала подумали, что я пошутил. А потом, когда уже все подошло к тому, что мы там начали
экипировку покупать, все уже готовится полным ходом к отъезду. Вот тогда они уже задумались, и больше всех волновалась мама, потому что она постоянно звонила, спрашивала, как вы там, типа, как здоровье, трудно ли вам там. А отец с братом так спокойнее отреагировали, просто поддерживали, типа, желали удачи. Отец что сказал, когда ты вернулся? Отец сказал, молодец. И все. Вот насколько действительно высока похвала вот отца, да, тренера, спортивного сообщества, а что она значит для спортсмена в целом? Это самое главное для спортсмена, мне кажется, потому что когда признают его уровень достижений и то, что он сделал, прежде всего, это не для себя человек делает, правильно? Хотя вот часто говорят, ну ты для себя выиграл, что это не для себя, мы же не сами собой живем, мы являемся частью нашей огромной страны, великой России. Мы прославляем свою страну, прославляем республику, прославляем свои семьи, уже потом себя, мы на последнем месте, не надо быть эгоистами, себя ставить вперед всего. Впереди всегда идет наша страна, народ, семья, только потом мы сами. Поэтому для каждого спортсмена, если в приоритете именно будет так, расставить по ступеням. Как я сказал, я думаю, будет хорошо для него и для всего спортивного сообщества. И уважать их еще больше будут, и человек себя больше уважать будет. Естественно, это будет очень огромным плюсом, когда спортсмен может держать себя именно в руках в любых обстоятельствах. Даже когда его встретят плохо, даже когда его встретят чересчур хорошо, он должен быть самим собой и должен быть примером, как себя вести в любых ситуациях, потому что не всегда хорошо бывает. Вот так вот. На самом деле, прекрасно слышать такие слова о спортсменах в виде спорта, которые славятся спортсменами, которые занимаются трэш-током, там тоже Конор Макгрегор и тому подобное. Примеров достаточно много. Как вы относитесь к подобному роду, к подобному, к какой-то части этого спорта? Ну, это, безусловно, одна из таких важных частей, особенно там в Америке, потому что они раскручивают бои. Как, да. Азамат, вы как руководитель клуба «Дикая дивизия», как вы относитесь к такому вот задиранию противников? Вы знаете, уже вот с вами у нас такое общение пошло, мы уже, можно сказать, дружим, да, с вами. Я могу с вами открыто поговорить и сказать, как есть. Честно, у меня были предложения от менеджеров и от тех людей, которые помогали мне в проведении этого турнира, немного завести публику тем, чтобы устроить такой трэш-токинг, чтобы бойцы друг на друга там начали наговаривать, на взвешиваниях потолкались, пободались. Вот там в Инстаграме войну такую маленькую, да, в кавычках, друг на друга начали. Честно, я скажу следующее. Да, есть хороший пример трэш-токинга, люди на этом зарабатывают, что-то делают. Но не надо забывать, откуда мы. Не надо забывать, где мы выросли. Не надо забывать о чести наших родителей, дедов, прадедов, которые не занимались такими вещами. Из-за того, чтобы лишний раз покривляться и получить за это деньги, я не сторонник этого, потому что я более чем уверен, что мои старшие этим довольны не будут, если я буду кривляться перед камерой для того, чтобы заработать на 100, 200, 300 там, рублей образно больше. Да? Поэтому надо быть самим собой, до конца оставаться мужчинами и лишний раз просто не болтать языком. И все. То есть трэш-токинг имеет место быть, но нужно держать это все в рамках? Имеет место быть, но не в моей организации. Вот так. Окей, похвально. Если говорить в целом о спорте, об ММА, то, конечно, многие и родители, и вообще люди, которые окружают спортсменов, они относятся к нему двояко. То есть человек, который первый раз посмотрит какой-нибудь турнир или бой, он скажет, что это мордобой, что это агрессивно, и что все это кошмарно, ужасно, и зачем туда идти. Но как вы считаете, что воспитывает ММА и какая главная вот цель этого спорта в целом? Потому что мы можем обсуждать какие-то определенные бои, определенных спортсменов, но конкретно для вас, для представителей Карачаева-Черкесии, для представителей ММА в нашей республике, что это за вид спорта? Для чего он нужен именно вам? Ну, вы очень правильно подметили на первый взгляд, что это очень травмоопасный такой вид спорта. Ну, опять же, далеко не будем ходить, можем ссылаться на факты, на реальный факт. У нас есть спортивный диспансер, который обслуживает турниры. И часто вот врачи, когда приезжают обслуживать наши турниры, они даже сами говорят,
что ММА по травматичности находится в последних где-то местах. Футбол очень травматичный, намного травматичнее, чем ММА. А когда идет вопрос о футболе и ММА, все считают, что ММА более травматичен. Вот слова врачей наши, футбол более травматичен, другие виды спорта еще более травматичны, чем смешанные единоборства. Потому что очень много правил. Это раньше было такой сленг, остался именно аббревиатура, что нет правил, бои без правил. Ну, сейчас это не бои без правил, это смешанные единоборства, очень много правил есть. И травматичность минимальная. Как бы это грубо ни звучало, там смешанные бои, травматичность минимальная, чем в любых других даже видах спорта. А непосредственно взять нашу республику и зачем вообще этот спорт, вид спорта нужен? Ну, опять же, любой вид спорта нужен для чего? Для воспитания духовных, моральных ценностей. Пусть это даже будет шахмат. Я с радостью пожму руку человеку, который много лет посвятил шахматам. То есть я уважаю этого человека, потому что это у него образ жизни. Он ходит на тренировки, в одно и то же время занимается. То есть у него уже сложившаяся норма поведения в жизни есть. То есть человек с большой буквы, он молодец. Я не выделяю свой вид, не говорю, что мой вид лучше другого. А наоборот, каждый вид надо уважать. А что касается ММА конкретно, ну, что самое главное для мужчины нужно? Да? Чтобы он постоял за честь своей семьи и мог защитить кого-то на улице, если будет какая-то необходимость. Поэтому именно для этого, я думаю, это идеальный вид спорта, где может человек постоять за себя и защитить любого, не дай бог, конечно, в этом нуждающегося человека. Ну вот в связи с этим хочется задать вопрос вот Марату, именно спортсмену, которого, можно сказать, вы воспитываете в дикой дивизии. Понятное дело, что этот спорт нужен для того, чтобы уметь защитить себя, свою семью и вообще слабого человека, на которому грозит опасность. Но не существует ли риска, ну, переборщить? Потому что спортсмен в любом случае сильнее и знает больше приемов, чем, ну, среднестатистический хулиган, скажем так, если он тоже, конечно, не боец ММА. Как вот действительно контролировать себя, держать себя в руках и учит ли этому спорт? Риск действительно очень велик в этом. На тренировках постоянно отрабатываешь, постоянно спаррингуешься. Особых проблем нет, чтобы сконтролировать себя. Ты можешь остановиться в любой момент, когда ты посчитаешь нужным. Нет такого, что когда ты занимаешься, ты рациональнее ведешь себя на улице, но в том плане, что ты не ввязываешься лишний раз в драки. Это, или наоборот, все-таки ты чувствуешь силу себя. Что это, я зря сегодня на тренировку сходил, пойду-ка я. Честно сказать, когда в 14 лет я к своему тренеру Азамату пришел, первый раз, когда я занимался этим, мне казалось, типа, я на бои хожу, я такой весь-якой. Такое было. Ну, тренер всегда после тренировок постоянно с нами разговаривает о жизни. И он многому нас научил. И где-то год я прозанимался у Азамата. Я много чему научился у него, и такого больше нет у меня. Азамат, то есть это практически как не только спорт, но и какая-то, получается, духовная практика, потому что вот Марат говорит, что и разговоры проводите, и беседы, и как-то мотивируете спортсменов. То есть это уже какой-то определенный вид искусства боевого. Конечно, конечно. Это очень большая философия на самом деле. То есть каждый человек, он индивидуален. Каждому надо найти подход, с каждым надо найти общий язык, потому что, можно сказать, у каждого своя правда. Потому что воспитывают всех по-разному. У каждого дома разная атмосфера, где есть полноценные семьи. К несчастью, есть много неполноценных семей, есть неблагополучные семьи. Поэтому с каждым ребенком, у них на глазах написано, когда он приходит на тренировку, вообще, какое отношение и что он получает дома. На самом деле и таких семей очень много, где нужна и часто психологическая поддержка, потому что, ну, что скрывать, у нас сейчас по стране это такая большая проблема, не только в Карачаево-Черкесии. А наша же задача как специалистов, как старших, именно научить их поверить в себя, это самое главное. А все остальное это уже детали. Мне кажется, если человек поверит в себя и поймет свое место в этой жизни, ему уже ничего не помешает достичь всех целей, которые он может себе поставить. Главное поставить эту цель.
То есть практически в мире, где родители порой работают очень много, чтобы дать будущее ребенку, вы заменяете ему ну, какого-то родственника точно. Да, по крайней мере, стараемся, да, именно в этом. Потому что, да, есть родители, которые много работают, а есть семьи, где нет родителей. Поэтому они нуждаются в помощи. А часто ли приходится вот у молодых спортсменов, вот как Марат сказал, на начальном этапе вот эту вот звезду немножечко стирать с их головы, убирать эту корону и ставить, опускать на землю? Если честно, да, такое бывает. Такое. А с вами такое было в первых порах, что вот все, я крутой? Воспитанника своего, чтобы остановил. Конечно, такое было уже. Я понимал, что ребята уже немножко больше улыбаются, чем должны улыбаться, немножко больше разговаривают, чем должны разговаривать. Потому что мужчина должен быть краток, он должен сказать одно, все так должно быть. А уже когда начинает перебарщивать в речи, это уже понятно, уже человек уже немножко начинает. Ну и в плане, в игровом плане я пытаюсь донести до него. Сперва надо подшутить над ним. И многие понимают же после первой шутки, что им надо уже немного осесть. Что есть кто-то сильнее его, да? Ну, может, просто чуть мудрее, именно из-за того, что старше. Поэтому, ну, они понимают это. И таких случаев не было, что после разговоров кто-то не понимал и становился хуже, наоборот. Понимают, все нормально. А приходилось ли отказываться от какого-то спортсмена? Да. Если честно, надо приходилось отказываться от спортсменов. Это было не так часто, но было. Несколько раз такие случаи были. Вот именно по первой, вот предыдущий вопрос, то, что вы задали, как себя нужно вести на улице. Вот был такой случай, когда паренек один позволил себе на улице именно применить свою силу. Вот неправомерно и даже переборщил, как вы сказали. Вот с ним состоялся разговор. Он понял свою ошибку. Я ему объяснил, что он хороший парень, но дальше наши пути расходятся. Других залов у нас много в республике, но если ослушался один раз, я думаю, никаких проблем у него не составит ослушаться еще раз. Поэтому второй шанс у него будет, но уже не со мной, в другом зале. Ну так вот, как все серьезно. Еще такой вопрос, последний, наверное, и мы уйдем на сюжет. Я там в юности тоже занимался разными видами спорта, и я помню такую очень яркую картину, когда наш тренер в городе встретил одного из ребят, который курил. Вы ругаете своих ребят за вредные привычки? Если честно, Всевышний меня предостерег от этого. Я еще ни разу не видел, чтобы кто-то из моих воспитанников курил, и не дай Аллах, конечно, чтобы я это увидел. Я не знаю, как я поступлю. А предупреждаете там? Что сделаете, если вдруг увидите? Если честно, даже об этом говорить мне стыдно с ними, потому что ну, это настолько противоречит именно спортсмену и мужскому слову, что об этом лично раз говорить, не курите. Ну, это смешно. Сейчас и времена другие, сейчас вообще молодежь почти не курит и алкоголь не употребляет, поэтому ну, надеюсь, что и случаев таких и не будет у вас. Да. Вот вы сказали о ребятах, с которыми пути разошлись, а что касается тех ребят, с которыми еще пути не сошлись, но которые мечтают об этом, как попасть? Существует ли какой-то определенный отбор? Где вообще вас найти? Ну, как попасть? Наши двери открыты любое время, только у нас часто бывают проблемы, когда у нас нет дверей, которые открывать. Мы некоторое время находились на улице, мы не тренировались. Воображаемые двери. Да, и летом, и до лета были у нас проблемы со спортзалом, к сожалению. Вот. Но ничего, нас это наоборот сплочает, становимся еще сильнее. Мы тренировались на улице, в спортивных площадках тренировались. У нас даже был случай, когда мы поехали на соревнования в Минводы. И тогда рингоносер спрашивает, как объявить бойца. Я говорю, ну, так как мы сейчас не тренируемся, объяви уличными бойцами. Он смеялся. Ну, слава Всевышнему, мы сейчас нашли помещение, мы сейчас тренируемся. Вот буквально недавно мы арендовали помещение на Космонавтов 100. Это в стенах Северокавказской государственной академии. Вот, рядом с бассейном. Практически на втором месте работы. Да, да, я там же и работаю сам. Поэтому наши двери открыты. Мы буквально со вчерашнего дня начали набор. Очень приятно было. Вчера первый день тренировки, и на первой же тренировке нас было 61 человек. Ух ты! 61 человек пришло. Да, конечно, мы в зал не помещаемся все. Ну,
лучше в тесноте, да не в обиде, потому что очень большой интерес у детей, новичков было много, я думаю, сегодня еще больше людей будет, потому что каждый день будет больше и больше приходить людей. 61 человек – это очень серьезная цифра для смешанных единоборств. Столько человек ни в один зал не ходят. А это только половина, вчера только было, только половина. Поэтому, я думаю, порядком более 100 человек у меня ожидается в группе. Вот, мы открыты. Как связаться с вами можно? Связаться с круглыми, почти круглые сутки я нахожусь там, по адресу Космонавтов 100. Поэтому можно... Инстаграм-аккаунт, может быть, есть у вас? Инстаграм-аккаунт, да, конечно, у нас есть, так и называется, бойцовский клуб «Дикая дивизия». Там часто пишут, задают вопросы, как прийти. ВКонтакте, во всех, ну, на всех социальных сетях мы так и называемся, везде «Дикая дивизия», где нас можно легко найти и прийти. То есть никаких критерий нету. Для меня приоритет, чтобы спортсмен даже был новичок, который не занимался никаким видом спорта. Из такого ребенка, мне кажется, что можно слепить более сильного бойца, чем базового какого-то боксера или вольника, кто-то придет с другого вида спорта. Многие тренера предпочитают уже готового спортсмена тренировать. Я не же люблю такого сурового, который будет впитывать себя как губка и который будет выстреливать так, как я хочу. Отлично. Марат, ну и последнее слово от чемпиона, наверное. Какими качествами должен обладать боец, чемпион и спортсмен в целом? Ну, главное – характер и не сдаваться. Больше ничего не нужно. Самое главное. Вот это вот слова действительно чемпионы. Спасибо. Спасибо большое, что пришли сегодня. Мы желаем вам новых побед и новых высот в прямом и переносном смысле. Спасибо. Ну а сейчас давайте посмотрим небольшой сюжет о том, как же все-таки проходил турнир, кто там участвовал и какие победы привезли наши чемпионы. Друзья, я вас приветствую. Впервые в истории самый высокогорный турнир ММА. Битва на Эльбрусе 2019. Мы начинаем. Никогда еще в истории не было ничего подобного. Сегодня пройдет грандиозное событие в мире ММА и в мире бразильского джиу-джитсу. Проведем самые высокогорные схватки и бои. И эти бои попадут в историю. Наконец мы добрались до нужной высоты. Погода благоприятна для проведения данного боя. Врачи, МЧС все на месте. И пусть победит сильнейший. Самый высокогорный турнир «Битва на Эльбрусе» включал в себя три поединка, два боя по правилам ММА и одну схватку по правилам бразильского джиу-джитсу. Начали как раз с нее. Первыми джитсерами, которые боролись на высоте 5118 метров над уровнем моря, стали Марат Уртенов из Карачаево-Черкесской республики и Иван Попов из Ставропольского края. Учитывая особенности проведения, организаторы сократили регламент до двух периодов по одной минуте. Тяжелая как по нокалу, так и по сложности схватка завершилась со счетом 5-0 в пользу нашего земляка. Затем настал черед первого поединка ММА. В нем встретились Алиби Халкечев из Карачаево-Черкесской республики и Владислав Артемов из Краснодарского края. Первый бой продлился недолго, уже на первой минуте. Алиби Халкечев провел очень амплитудный бросок, после которого его соперник уже не смог продолжить поединок. Было очень атмосферно, воздух заряженный. Было очень круто. Но по воле Всевышнего мы выиграли, алхамдулиллях. Я перевел в партер, как и планировал, и завершил досрочно броском. И занял первое место. Завершила турнир встреча Алибека Халкечева и Станислава Долбина весовой категории до 84 кг. Упорный и бескомпромиссный поединок продлился все отведенное ему время. По его итогу была объявлена ничья. На этом самый высокогорный турнир завершился, но, по словам организаторов, это только начало. С проведением этого турнира связывали много сложностей, которые могли возникнуть на разных этапах его проведения. Но благодаря слаженной работе всех участников они так и не возникли. Хочу поблагодарить группу МЧС, группу бригаду врачей, которые все эти дни находились с нами, когда поднимались на вершину Эльбруса, которые следили за их здоровьем. Первый день нам не разрешили участвовать, потому что спортсмены себя чувствовали не очень хорошо. Огромное всем спасибо. Спасибо всем телеканалу «Архыз-24», которые все эти дни были с нами и снимали такие прекрасные сюжеты. Всем спасибо и очень рад, что спортсмены отсюда уходят в хорошем настроении, и они попадают именно в книгу рекордов, и тем самым они восхваляют себя и свои клубы. Всем спасибо и очень рад, очень доволен. Турнир пошел на высшем уровне.
Дорогие друзья, ну что ж, мы снова в студии продолжаем наш эфир, и к нашему разговору присоединились наши коллеги Мадина Лайпанова и Расул Аджиев, которые также участвовали в турнире. Ну, они были там и расскажут, как прошло их путешествие на гору Эльбрус. Ну, привет, хочется сказать ребятам. Да, здравствуйте, да. Здравствуйте. Очень рада видеть вас в нашей студии, особенно по такой интересной теме. Конечно, хочется сразу спросить у вас, как решились подняться на Эльбрус, как решились на такой сложный поход, тем более, что время для подготовки было, ну, не очень большим. Ты начнешь или я? Ну, у меня все проще. У меня выбора не было. Тренер сказал, надо, я пошел. Вот, у Мадины. У меня сложнее. Он пообещал мне футболку, сказал, что если я поднимусь, даст футболку. Но футболку я так и не увидела, пришлось идти. Вот, ну, вот очень хорошо, что мы иногда вместе встречаемся в эфире, чтобы обсудить и насущные проблемы, да, и кстати, вопросы. Где моя футболка? Такой вопрос. Ну, а если все-таки серьезно, сложно ли было принять такое решение? Или на Эльбрус, все, окей, завтра давайте пойдем. Вот у меня так было, я не шутил. У меня правда не было выбора. У меня правда не было выбора. У меня выбор был, предложили, дикая дивизия, Расул, как бы, да, был посредником. Согласились сразу, вообще вот сомнений не было. Организационные вопросы были, да, там, кое-какие, ну, это мелочи, все. Mm-hmm. А так, желание, конечно, сразу возникло, потому что у тебя появилась возможность подняться на Эльбрус. Как бы, ну, кто откажется? Но, мне кажется, в случае Мадины тоже не было выбора, потому что этот человек ведет твой выходной, и ей бы просто не простили бы, если бы она не поднялась. Воспользовалась. Ну, как сказать, ну да. Не, на самом деле такая возможность выпадает раз. Вы снимали там тоже твой выходной, я сколько понимаю, да? А мы планировали снять выходной, помимо... Вообще, первоочередная задача была вести хронику турнира, собственно, чем мы и занимались. Также планировали снять еще выпуск выходного, но в силу обстоятельств именно выпуска выходного не получилось. Поэтому мы сняли чисто хронику, документальный фильм про турнир. Ну, это, я думаю, что не хуже, чем программа, потому что документальный фильм, он точно войдет в историю именно дикой дивизии, именно нашей республики. Ну, вот это нас и радует. В историю дикой дивизии войдет. Не, на самом деле, да. Но первоочередная задача была снять фильм, поэтому как бы нас, в принципе, и пригласили. Да, и стоит упомянуть, что этот фильм, ну, когда он уже будет готов, он будет совсем скоро, да. В ближайшее время он также будет транслироваться в эфирах и федеральных каналов, таких как Матч ТВ, Бокс ТВ, Раша Экстрим, да, Боец ТВ. Ну, то есть все эти телекомпании, они были информационными партнерами данного турнира. И вот их главное обязательство после информационных именно выпусков, в которых упоминалось про сам турнир по факту, то и трансляция данного фильма. Ну, это понятное дело, это такого масштаба, в принципе, турнир, такое вообще первый раз происходил, поэтому... Но если говорить именно о телеканале, например, Матч ТВ, который входит в цифровое телевидение, в эту двадцатку, то получается, что об этом узнает действительно вся страна. И действительно это войдет... в историю каждого человека, который так или иначе связан с Кавказом, так или иначе заинтересован в этой теме и заинтересован в ММА. Но давайте поговорим будем надеяться. Давайте поговорим о самом интересном, потому что Мадина вообще была единственная девушка во время этого похода. И хочется узнать, насколько тебе было тяжело, потому что... Ну, с одной стороны, одно дело, когда действительно мужчины, которых вырабатывают вот эту вот силу воли, вот этот вот боевой дух каждый день на тренировке. Каково было тебе, обычному смертному корреспонденту? Звучит как-то, да? Смертному. Ну как? Я же была рядом с Расулом, с Радомиром Князем, с Рустамом Бастановым, поэтому нормально. И подбадривала нас. Особо, то есть я как бы не чувствовала того, что... Не, на самом деле, ну что хочется сказать, во-первых, организаторам, ребятам, всем участникам, и в том числе съемочной группе, огромное спасибо, потому что ни в какой момент вообще нашей экспедиции не было такого ощущения, что ты вот...
какая-то там, не знаю, не такая, как все. Наоборот, все как-то заботились больше внимания, но это понятное дело, все-таки Кавказ, как бы, да, единственная девушка, надо там оберегать. Спасибо ребятам. Ну, еще хочу спасибо сказать не только вот нашей съемочной группе от канала, но еще с нами был Артур Казаков и Рамазан Басланов. Ребята также снимали фильм, то есть они были задействованы в съемках. Огромное им спасибо, потому что я считаю, что огромная часть нашей работы была выполнена благодаря им. Они на энтузиазме, они были уже на Эльбрусе, и не возникало вопросов по съемкам абсолютно. То есть я вот действительно им хочу сказать от души спасибо, они помогли серьезно. Ну, а в общем, действительно, не могу сказать, вот, что тоже это. Про этих парней скажу, вот. Если у нас какие-то вопросы возникали, там, как там снимать, как оборудование себя будет вести, вообще самим, когда подготовиться. Люди, там, Артур уже два раза был на Эльбрусе, Рамазан один раз, и вот они не только как именно по технической части нам помогали. Как проводники. Они были как проводники. Аскорбиновую кислоту ешьте там. Вот вам орешки кушайте. Ну, там много всего было, но реально так получилось, что, казалось бы, мы их взяли с собой, но по факту вот... Они нас взяли с собой! Ну ладно, пойдемте с нами. Да. Они о нас очень сильно заботились об этом. Ну, за это им вообще, насколько важно, чтобы были такие более опытные люди с тобой, когда ты поднимаешься? Очень важно. Вот касаемо не только вот наших товарищей, вот именно проводники, которые вели всю экспедицию, это Аслан и Асхат. Аслан Алтуев, Асхат Гузоев. Гузоев. Очень опытные люди были, люди, которые на Эльбрус чуть ли не... Каждый день практически ходят. Как мы на Зелёный остров. Асхат Гузоев вообще два раза был на Эвересте, чтобы вы понимали, да. А Аслан Алтуев, вот мы шутили между собой, мне кажется, рядом с ним Джейсон Стэтхэм вообще вот кажется девочкой. Правда, вот он настолько брутальный, он тоже лысый, с такой бородой. И, в смысле, они такие прям вот, ну, вот им, вот смотришь на них и доверяешь свою жизнь. Понимаешь, что с ними на Эльбрус не страшно. Да, донесите меня, я готов делать все, что угодно. Относительно физического состояния очень хочется узнать, потому что, опять-таки повторюсь, чтобы наши телезрители тоже понимали, времени на подготовку было не так много. Не было вообще, так скажем. Ну, да. И как себя чувствовали, как вел себя организм, учитывая то, что вы можете действительно рассказать разные стороны самочувствия на Эльбрусе, потому что вот, ну, Мадина, девушка, которая не поднималась вот настолько на такие высоты, да. Расул, парень, который не поднимался на такие высоты, мы можем рассказать. Расул в то же время там занимается спортом и тоже может рассказать о какой-то другой стороне. Вот расскажите, как себя вел организм? Расскажи. Первый день мы остались на курорте Терскол, Чегете, да? Чегет, да, поляна. То есть, ну, так же, как в Донбайе, да, вот в любой гостинице мы остаемся, но там было выше, там было больше 2000 метров. Уже там было такое состояние, когда ты вот отсюда туда поехал, сразу поднялся на такую высоту, уже как-то и спалось по-другому, дышалось. Да. А вот это была первая ночевка, потом мы поднялись сразу на высоту 3800. То есть самая последняя канатка, которая туда ходит, там поднялись, там такие оборудованные вагончики, вот там мы жили все эти дни. Вот, в казарме, да? Магида нервно рассмеялась. Ну, как сказать, это не жили, веселились. Действительно, такие спартанские очень условия, очень-очень спартанские условия, но... Суть в чем, а это все на высоте 3800 метров, и вот там уже ты действительно понимаешь, что что-то не так вообще. Да, наверное, ну, лично у меня, в чем это проявлялось, вот это разреженный воздух, апатия была очень сильная, лень и апатия, ты даже есть не хотел толком. Казалось бы, ничего необычного. Да, в принципе, все как всегда, только повыше. Ничего не поменялось. Да, вот у меня лично так проявлялось, но
Давай, ладно, ты расскажи. Ну, на самом деле, Расул немного не договаривает. Болела голова, было такое, да, ну, вот да, давление, как вот бы, да. Первый день. На первый день, да, я помню, что вот и у Расула, и у оператора нашего, да, вот тоже. У меня тоже поболела голова, и, знаете, причем она болела периодически. То есть ты как бы вроде бы норм-норм, потом раз, заболела голова такой. Причем начинала болеть, когда ты спишь, типа, якобы. Ну, Расул сказал, что особо делать ничего не хотелось. Лежишь на этой шконке, чтобы вы представляли, как мы жили, просто вот два слова. Это такой железный вагончик, ты заходишь, там 6 комнат, по-моему, да, да, что-то да, такое, а, в каждую сторону по 3. Комната как да, купешка. Это, знаешь, купе как? Вагона. ЖД. Вагончик это не... 4 шконки огромные. Да, 4 полки, просто чуть-чуть больше места, чем в купе, да. Чтобы вещи свои поставили. Но зато вид какой был, да, ну классный же был, шикарный. Кстати, вот этот вид, ты просто вот выходишь вечером там, да, на закате или наоборот, на рассвете. Или днем. Да. В любое время. И ты просто видишь облака, и просто облака, они ниже даже... Ниже тебя, да? Да, они ниже тебя. И там, еще, и там молнии в облаках. Вот это вот вообще круто было. Да, 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 то есть получается, обычно ты смотришь наверх и видишь молнии, облака, все это. А тут вот... Мне кажется, мы только что стали конкурентами города, шоу-город, потому что у нас... Наверняка. Можно про физическое состояние все-таки хочу сказать, что на самом деле, чтобы люди понимали, действительно, физически да, все-таки это тяжело. Даже потому, на 3800. Я хочу сказать нашим телезрителям и вот вам, ребят, перед тем, как вы отправились в путешествие, вот мы с Мадиной буквально рука об руку сидим рядышком. И когда она уходила, я говорю: Мадин, ты там поосторожнее, ты там аккуратнее, мы тут будем волноваться. Да что этот Эльбрус, просто подняться в горы, да все будет нормально, я вас умоляю. Все будет да, хорошо. Да, так. Потом подхожу опять на следующий день, говорю: так, ты вот это вот взял, возьми вот это, ты там аккуратнее, если что, там звони, да, может да, быть тебе там что-то дать. Нет, ну я тебя умоляю. Все будет нормально. Мы ходили туда-сюда, Эльбрус, ну очередной поход обычный. Потом звоню Мадине буквально там в день, когда турнир, да, по-моему, да, был. Этот голос сказал мне все за себя. Вот просто это привет. Перечеркнула все те слова, которые говорила Мадина до. И это был пламенный привет. Просто забудь то, что я говорила. Это неправда, да, мы ошиблись. Немножечко сложновато. А я хочу еще вот добавить такой момент. На самом деле рельеф на Эльбрусе подъем несложный. Абсолютно. Угу. Вот если бы это была наша высота, вообще бы, мне кажется, мы бы справились. Вот вообще, так. Вот да, вот быстренько забежали. Все дело действительно в воздухе. Ты этого не видишь, как бы не ощущаешь, да, вот ту, кажется, да. Но на самом деле действительно влияет, потому что ты там постоянно уставший. Вот у меня была такая тема, что особенно когда мы поднимались, вот ты делаешь пару шагов, вот буквально там, я не знаю, вот 10 сантиметров шаг, пару шагов сделал, и такая усталость, как будто ты там, я не знаю, вот 10 километров пробежал, и так, и ничего не хочется, как раз сказала, такая мысль появилась, что я вообще здесь делаю, вообще, что происходит, почему я здесь? Это как бы действительно было так, усталость. А начинается страх, паника, желание развернуться, пойти домой? Ну вот паники, мне кажется, вот ну, не было, вообще ни у кого, не было, в принципе. Там, знаете как? Благодаря нашим проводникам. Да. И проводники, просто, когда не хватает? Нет, не паника, воздуха не хватает. Нет, не такого, в том плане, что ты задыхаешься. Да. А вот именно, вот, как я говорил, апатия, вот ты не хочешь туда идти. А паники тяжело нету, потому что, во-первых, сами проводники, МЧСники, врачи. Сколько людей, столько МЧСников там примерно ходят. Кстати, это так раздражает. Да, идешь еле-еле. Медленно идешь, а они вот так носят. Чтобы вы понимали, один МЧСник шел рядом со мной, постоянно разговаривал и параллельно курил. Правда, можно натренироваться и вот настолько беспокоиться. Это акклиматизация. Они там живут, поэтому... Проводники сказали, если бы мы там были не 3 дня, а вот как минимум неделю, мы бы запросто поднялись. Просто дело в том, что... Организм не успел перестроиться, да, просто вообще. Угу. Вот так вот. Но так самое главное, у нас не было горняшки. Это самое главное. Больше всего мы боялись этого. Ни у кого из вас не было? Из съемочной группы не было. Не было, да. Не успели. А так были, да, случаи? Были случаи, да, были галлюцинации, очень смешные галлюцинации. Ну, нам рассказывал Азамат, что он увидел и женщину, которая его звала за собой вот в расщелину. Да, пропасть. И еще
очень смешной был случай. С нами был Поль Фаде, такой... спортивный комментатор. Да, из Москвы. Человек такой очень интересный. У которого не получилось, насколько я понимаю. У него не получилось, но что было в этот момент, какая у него галлюцинация была. Он присел где-то на высоте 5400, да, вот там он присел и увидел, что мимо проходил такой пожилой в шортах. В шортах и футболочке с бутылкой воды. И он у него с ним поговорил, пообщался там в первый раз, там туда-сюда, и этот дед у него спросил, чем я могу тебе помочь, а он увидел у него бутылку и попросил попить, он ему дал воды и пошел дальше. Потом он подошел к Азамату, вот Кубанову, и спросил, вы видели этого деда? И в этот, и они сказали, да, да, конечно. Пойдем обратно, да? Да, и увели его обратно. Вот, на самом деле. Азамат ему сказал, да, вот он с моей дамой тут. Они проходили тут недалеко. На самом деле это все смешно, но горняк это опасно. Там это не смешно, если честно, да. Если увидеть человека, который видел что-то, чего на самом деле нет, это немного, вот, ну, будоражит, да, такой думаешь... На горе, это все к тому, что вот то, что сделали ребята на такой высоте, физически это действительно очень сложно. Вообще, еще такой момент хотел сказать. Очень многие люди и там, которые были, и наши проводники рассказывали о том, что бывалые альпинисты, которые и на Эвересте были, и на семи вершинах, вот, ну, на разных континентах, говорят, что Эльбрус — это достаточно тяжелая гора. И на самом деле, вот отправляясь туда, не стоит быть вот как я, да, там вначале типа, да, что такое гора? Нет. Это не шутки, это очень серьезная вещь, и нужно быть подготовленными, и ребята справились, они молодцы, и стоит им отдать должное, потому что, ну, не каждый просто доберется до этой высоты, а еще и побороться, да, там, это, ну, вообще просто... Даже вот наш проводник Асхат Гузоев, он рассказывал, как он поднимал туда олимпийского чемпиона, не буду говорить, какого, да, говорить какого, да, он... поднимался, ему вот примерно на той же высоте, ну, вот где-то 5400, ему стало настолько плохо, и он сказал, ну, он... Не пойду. То есть он хорошо прошел акклиматизацию, он был в состоянии, Асхат ему говорит, ты в состоянии, ну, то есть ты, главное, сам реши. Ну, он морально, объяснял, что он, вся проблема моральна, потому что он был уверен в его подготовке, потому что сам его готовил. Он сказал, нет, я лучше еще раз Олимпиаду выиграю, чем туда поднимусь. Это реальная история, да, это такой достаточно известный олимпийский чемпион. Вы вернетесь на Эльбрус? Если честно, я очень хочу. На этом наш эфир. Пусть это будет интрига. На самом деле очень хочется. Уже дойти до конца. Уже ты примерно знаешь, что тебе надо для этого. Уже знаешь, чего ожидать, скажем так. Никаких. То есть вся еще сложность, знаете, какая? Подъем начинается туда в 2 часа ночи. Ух ты. Вот это мы ночью шли. Потому что ты должен утром там быть, чтобы к обеду уже вернуться из-за, ну, горы. Да. И получается, мы туда идем, 2 часа ночи, абсолютная темнота, вот эта узенькая тропа, метель, очень сильный ветер, это все вот, нагнетает. Да, нагнетает, и особенно ты же не знаешь, что там дальше еще. Ты вот это ощущение того, что... Неизведанность. Да, неизведанность, вот это на тебя тоже давило. В следующий раз... Даст Бог, будет в следующий раз, ты уже ко всему готов, ты уже просто знаешь, что тебе вот немножко не хватило, и ты уже будешь настаиваться, что тебе надо вот это преодолеть, а не все вот это. Можно еще такой момент сказать? Все-таки я хочу сказать, что мы выполнили задачу, ребята в частности, да, потому что первоочередная задача была не подъем на Эльбрус, а именно проведение турнира. На заданной, да, высоте. И ребята справились, чему вот вообще аплодируем им стоя. Действительно, они молодцы. Свою цель мы достигли. Первый раз мы шли, чтобы покорить, да, и спуститься, но не вышло. Не смогли. Все бывает. Главное, и погодные условия, да, и все, ну, там много факторов сыграло, что мы, да, не смогли подняться именно на вершину. Главное, что прошел турнир, в принципе, что... И то, что он вошел в книгу рекордов, да, Гиннесса. И Архыз, кстати, тоже вошел. Да, Архыз-24. Телекомпания, которая освещала этот турнир, самый высокий город. Мы тоже попали, в общем, в книгу. Да, нам тоже обещали сертификат. Ребят, последний вопрос. Когда выйдет фильм, когда нам его ждать?
Это все к вот этой девушке. Фильм, конечно же, выйдет в самое ближайшее время. Первыми, кто сможет его увидеть, конечно же, станут телезрители телеканала «Архыз-24». Вот, так что ждем с нетерпением, держим кулачки. Надеюсь, что спортсменам и организаторам, всем участникам данного турнира, надеемся, что понравится. Ждем, в общем, анонс в соцсетях, обязательно. Я так понимаю, да? Обязательно. Ну что, спасибо большое вам, спасибо, что пришли, рассказали нам о вашем походе. Я думаю, что на самом деле могли бы мы сделать цикл передач даже. Да-да-да, мы еще много чего можем рассказать там. Вам спасибо за приглашение. Да. Ну а с вами, дорогие телезрители, мы также прощаемся, как всегда, ненадолго. Увидимся уже завтра в 15:00 на телеканале «Архыз-24». Всего вам доброго и хорошего дня.